Всем привет, с вами Ханева Наталья, канал «Все сразу». И сегодня 7 мая 2023 года мы сажаем парники огурцы на рассаду. Значит, что у нас сегодня? Огурцы мы сажаем по 2 семечки, так как будем делиться. А сажать я буду обычно, как обычно в парнике, как учит Наталья в огороде ПРО. Один огурчик на торцевую грядку парника. И еще один огурчик на другой парник. А остальные будут в открытый грунт. Надеюсь, будет тепло. Значит, огурец калибри F1 и огурец кураж. Здесь по 2 семечки посадим, как я уже повторяюсь. Один огурец кураж и один огурец калибри пока здесь останется. А по одному мы поделимся. А далее будем уже планировать, что, куда и как. Пакетик куража у нас обгрызанный, но какой есть. Краткую информацию можно посмотреть. Так, и рассадная грядка во втором парнике. Здесь я уже посадила с дочерью тыквы и кабачки нескольких сортов. Но так как они будут уходить в открытый грунт, то здесь у нас место для огурцов. Значит, что у нас будет здесь? Огурец луховицкий. Новенький для меня. Но говоришь, фирма неплохая. По крайней мере, мурашку я пробовала. Мне понравилось. Следующий у нас огурец корнишон Семеновна F1. Я не пробовала. Кто пробовал, пишите отзывы. Вот такой мне очень нравится, интересный огурец пантенокарпический для пикулей F1 темп. 210 рублей. 10 семечек за 210 рублей. И огурец мурашка F1. Пробовала эти огурцы в прошлом году? Не знаю. Может быть, лето было так, не такое, или руки не такие у меня не с того места выросли в том году. Мне понравился меньше. А в позапрошлом году сажала от Гавриш тоже. Мурашка в другом пакетике был. Суперский. Посмотрим, как в этом году он себя покажет. Но в этом году он будет у меня в открытом грунте. Здесь я его тут посажу только на рассаду. Так, и в этом году огурец китайский долгожитель F1 будет. Кому интересно, смотрим информацию. А вот это вот неизвестного сорта, скорее всего, похож на китайский долгожитель, но нам его семена давали. Поэтому неизвестный длинный китайский огурчик. Скажи. Дочка кричит, скажи, делаем дырочки. Делаем рабочки, проливаем водичкой, сажаем огурчики, семена по 200 семечки в одну лунку, закапываем и ждем первых сходов. Значит, что у нас? Слева направо у нас, значит, пойдут огурчики, китайский, чтобы не перепутать. Китайский. Еще один китайский. Китайский долгожитель F1. Корнишон Семеновна F1. F1 Луховицкий. Это что? Темп какой-то у нас для пикулов. И мурашка. Вот эти сорта в этой тепличке мы сажаем на рассаду. По мурашке я отзыв знаю. Первый год был отличный, второй посредственно, скажем так, на четверочку. А остальные я сажаю, кроме вот того китайского, который из своих семян, первый раз. Поэтому, кто пробовал, кто сажал, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, отзывами. Ждем комментариев. Всем до скорой встречи. С вами была Маханева Наталья и София. И посадка огурцов началась. И огурчики. Огурчики. Всем пока-пока.